вообще с мега крутых ребят Константин и Лилит, которые дополняют друг друга. Лилит вообще бомбовская певица, ну, фееричная, это, я не знаю, это музыкальный монстр просто. Съемочная команда, которая, ну, была вообще, в общем, съемки прошли очень круто, феерично, вообще без каких-либо напрягов, все было в домашней, уютной очень такой обстановке. Это все, что сейчас мне надо, обещай со мной вместе быть. Я хочу тебя чувствовать рядом. Самые сложные моменты, когда выбирали образы. Реально очень крутая команда. И спасибо всем за этот опыт, за эмоции, которые мы получили. Это было очень живо, эмоционально и здорово. Обними меня. Съемки клипа проходили в прекрасной атмосфере. Благодарим очень команду Hard Media, которая погрузила нас в эту прекрасную атмосферу круизного путешествия. И там действительно была очень романтическая обстановка и очень профессиональная. И спасибо Лилит за то, что она прекрасно просто исполнила эту песню. Я думаю, что это будет хит. Ждите нас в эфире. Съемки клипа проходили в приятной атмосфере, с офигенными людьми, но они еще не закончились. Поэтому мы хотим продолжать, а тут какой-то бэкстейдж. Всем спасибо, я пошел дальше работать.